Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас приветствую в проекте Joomla Sensei, урок номер 99. Я недавно узнал, что от ВКонтакте, социальной сети, появился интересный виджет. Это что-то типа чата или консультанта, который можно легко установить на ваш сайт. Вот сейчас на моем демо-примере в правом нижнем углу вы видите вот такую иконочку ВК анимационная. Она вот так вот, видите, перелистывается. Точнее, переворачивается. И по клику по этой иконочке мы можем вызвать вот такой чат, где человек сможет задать вам вопрос. Это будет отображаться у вас на странице. Чтобы это все настроить, в первую очередь вам нужно быть зарегистрирован в социальной сети ВКонтакте, и вам нужно иметь группу ВКонтакте созданную. Ну или вы это все можете создать перед тем, как перейти к этому уроку. Можно сделать так, чтобы иконка была, как сейчас, вот сразу свернута. Вы видите, я прокручиваю сайт. Она закрепляется жестко в нижней позиции. Но это я сюда ее закрепил. Можно ее наверху разместить. Все зависит от того, как вы это разместите в модуле или, может быть, в шаблон строите. И можно сделать так, чтобы этот чат был сразу развернут вот в таком виде. Давайте перейдем к настройкам. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Я перехожу в свою группу ВКонтакте. Первое, что мы делаем, под аватарку есть такие три точки. Мы кликаем по ним и выбираем управление сообществом. Далее вот здесь вот в колонке мы выбираем сообщение. Здесь нам нужно включить сначала сообщение сообщества. Мы кликаем вот по этому списку и выбираем включены. Здесь я предварительно уже заполнил строки, вам необходимо это тоже заполнить. Первое, добавить в левое меню. Если мы галочку поставим, сразу вот здесь вот появляется ваша группа в списке. Если у вас будут сообщения, они сразу здесь будут видны, как вот здесь фотографии, видите, 5 штук. Здесь тоже будут такие единичка, 2-3 сообщения. Приветствие. И внизу подсказка идет, что это такое, можете, как у меня, в принципе, написать. А дальше виджет сообщений. Разрешить использовать виджет, галочку «Да». Здесь я пишу, у вас есть вопрос. Статус «Не в сети». И здесь указать нужно домен, то есть адрес вашего сайта. То есть вы идете на свой сайт, копируете прямо из адресной строки ваш домен и просто вот таким образом вставляете, нажимаете «Сохранить». Дальше переходим в виджет. Вот здесь есть знак вопроса. Можете навести на него мышь. И в всплывающем окне наводим мышь на ссылку, кликаем по ссылке, переходим в раздел виджетов. Здесь ссылка на страницу, мы выбираем наше сообщество, то есть группу ВКонтакте. Я выбираю свое, школу Федора Васильева. Вот сейчас ниже мы видим сразу она в раскрытом виде. Если сразу мы такое ее оставляем, то вот здесь галочка. Если галочку снимаем, то будет просто круглая иконочка. Давайте попробуем в раскрытом виде. И нам нужно вот этот весь код скопировать. Переходим в админку Joomla. Вставить можно разными методами, я покажу самый простой. Переходим в расширение, менеджер модулей, нажимаем создать и выбираем HTML код модуль. Вот он. Я уже выбрал. Называю ВК, заголовок вот здесь скрываем. Позиция, вы выбираете позицию вашего шаблона, если внизу это какой-то футер, возможно. То есть я просто нашел свой шаблон протостар и нашел здесь позицию футер. Это нижняя позиция как раз таки. Важные моменты здесь на всех страницах лучше выставить. Да, и еще один момент, так как Joomla у вас обязательно код, который вы скопировали, обрежет, и у вас ничего не получится. Вам нужно выключить редактор, чтобы вставить код, то есть временно выключить. Вы потом в этот модуль, в принципе, заходить больше не будете, редактор включите. То есть для этого что мы делаем? Мы переходим в систему общие настройки, сайт и редактор по умолчанию. Вы здесь выбираете редактор без редактора. Нажимаете сохранить, закрыть. То есть временно отключим редактор. Возвращаемся в менеджер модулей. Заходим в наш HTML код модуль. Видите, редактора у меня нет, пустая белая область. И вставляем наш код. Таким образом он у нас не обрежется. И у нас все будет работать. Сохранить и закрыть. Дальше переходим в систему общие настройки и включаем редактор. Только помните, если вы сюда зайдете еще раз со включенным редактором и нажмете сохранить, то код обрежется и чат не будет работать. Имейте это в виду. Мы разместили, у нас уже в принципе должно быть все готово. Обновляем страницу.
И вы видите, я обновил страницу, наш виджет, он сразу всплывает. Ну, давайте его протестируем. Нажму Enter, отправить. Перейду в группу, обновлю страницу своего профиля, да, то есть я даже не в группе нахожусь. И вот здесь вы видите, у меня появилась единичка. Мы можем прямо со страницы нашего профиля зайти в группу, или если я кликну по единичке, попадаю сразу в сообщение. И здесь у нас есть блок неотвеченные, непрочитанные. Мы можем здесь галочки отметить как отвеченные все, удалить. Есть звуковое оповещение, если кликнем, оно отключается. Также мы можем кликнуть по сообщению, раскрывается окно, и мы можем начать диалог с данным человеком. Если кликнем здесь по крестику, мы можем здесь отметить как важные, то сразу здесь появляется единичка. Здесь все будут сообщения находиться вот в этой категории. Все важные сообщения. Дальше закрыть, удалить. То есть мы, в принципе, как бы связываем наше сообщество с нашим сайтом. Очень полезная вещь. Молодцы разработчики, что такое сделали. Мне это очень нравится. На этом урок закончен. Надеюсь, для вас он был интересен. Если это так, ставьте, пожалуйста, лайк, палец вверх. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски. На этом здесь все. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.